И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на выжженных землях. И сегодня мы пойдем на... в другие две пещеры. Вон, на Виверна сидит, тусуется, все хорошо. Я оделся в полный костюм, который у меня был, собственно. Ну, шлем, понятное дело, состряпало, куда деваться, все остальное. Кстати, тоже я состряпал. О, бонус изготовления 2,4%, прикольно. Потому что я уже начал изготовление качать, а что еще качать-то? Ну, мои настройки, поэтому вот все вот так вот. Да и в целом 124 левел. Да, я прокачался до 124 левела, пока качал этих братанов. Ну, камон. Поставил телепорт около пещер. Поэтому проблем с телепортом туда не будет. Летим в пещеру 2. Сразу же. Вот. Оказываемся вот в этом доме. Просто здесь пройти нельзя. Я не знаю почему. Зайти... вот эта вот фигня мешается. Вот эта вот фигня. Она не дает Динусу пройти. Козлина. Вот. И, собственно, спускаемся в пещеру. Темнота, ужас просто. Погнали, 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 погнали! Здесь, если не ошибаюсь, пещера такая более прямая. То есть здесь никаких таких нету извилист. Ну, то есть где-то как-то круга, да, дать и так далее. Не, ну слушай, ну диносов нету, а? Да я прекрасно знаю, помню, как здесь было дофига всякого говна. Ну вот что за нафиг? Ну я надеюсь, хоть на обратном пути будет хоть как-то весело, а? Я прекрасно помню, как я здесь мучился, воевал с этими. Здесь богомолы были, артоплевры были. Тут всех было полно. У какого фига в пещерах они не заспавнились? Ну что за нафиг? Даже на острове они... А, слушай, все-таки есть разбилка. Даже на острове они спавнились сразу в пещерах. Ну что... Я не люблю этот скёрч, потому что он тупый. Да пошел ты! Вы меня обидели, вас нету здесь. Здесь есть заметки. Это я точно знаю, здесь есть заметки. И их точно можно найти. Я тут перестал, интересно, их писать можно, потом и нет, наверное, декорация. Если не ошибаюсь, я сейчас сделал кругаля, да, правильно. Ну, я хотел проверить. Блин, он меня что-то так будет бесить вот эту. Гнида сраная. Ну все, там наверху, что ли? Ладно, на выходе потом глянем. Да пошли вы, у вас тут должно быть сотню раз больше. Ну, хотя бы в 50. Камон, почему их здесь нету? Это не нравится. Ну ладно, здесь хоть что-то есть. Пошел. О, еще одна заметка. Багается. Да? Она про... О, там нафиг голем! Ты что, серьезно что ли? Какой? Рубил голем? Вот. В смысле? Погоди-ка. Смотри. Он маленького размера, но... Этот у него такой же. То есть... радиус удара, то есть он как будто бы большой... Но маленького размера. Какого фига? А ну иди сюда! Пошел в жопу! Ай, дурной такой, а? Не, ну слушай, вот с вами интереснее. Окей. Ресурсов много не бывает. О. Меч уже наполовину сломанный. Да блин, баганая собака. Вот. Причем у него радиус зацепа намного больше. Ужас. Ужас. Ну ладно, была боль там на заднем фоне. Экс. Заметки. Кстати, очень удобные богомолы в этом плане. Тем, что они это... Оп, на них можно и оружку достать, короче. И... всякие предметы. И что самое главное, ты открываешь карту и пошел. А он, если что, мечами забапахает всех и вообще пофигу. Ну, я просто сейчас так путешествовал. Да ну нафиг! Ну чё вот это? Чё это? Я не планировал так рано упасть вниз. Как
Какого хрена? Это сейчас было? Какого хрена это сейчас было? Здесь пещера, что ли, в которую нельзя опуститься вниз? Блин, а это я не знал. Ну ладно, что поделаешь. Ладно, хоть на камеру это. Хоть показал, что не просто так сдох. Хочу тупость. Не, в целом, блин, жалко, что Помпарь исчез. Вот это плохо. Потому что у меня нет нормального помпаря. Я бы сейчас бы там просто бы пешком бы сходил бы и все. Как... Ох, опять это все. Ладно, сейчас раскидаем. Так. Ну-ка. О, да ну нафиг, точно это срабатывает. Благо я вспомнил про эту функцию, что у него вот это вот и есть. Вот это вот у него есть. Он может вернуть все предметы с тебя. Я вовремя это вспомнил. Ну, хоть пампер вернулся, отлично. Значит, сейчас пойдем пешком. Только вот эту я все равно выброшу. Богомола жалко. Богомола жалко, реально кайфовый. Прям, ух, прям. Ну, что поделаешь. Лох-то, судьба. Раз уж пойду туда пешком, то решил сделать патрон для дробовика. И, кстати, нужно будет взять с собой арбалет и крюкошки. Об этом точно надо не забыть, потому что эта штука будет очень сильно нужная. Так, отлично. Сделал патрон снайперскую винтовку, сделал патроны, сделал крюки, ну, то есть патроны для дробовика, крюки, все отлично. Кстати, да, это второй холодильник у меня стоит здесь для полимеров, всего того, что занимает дофига места. Потому что вот уже 103 места в хранилище занимает. Типа куда? Вот, и здесь еще 33. Ну, типа куда? И да, кормушка у меня забита битком. Кстати, во, количество яиц надо в самом начале это делать, вообще примучился. А еще я рад, что я с собой тушканда не таскаю, потому что сейчас бы он тоже бы отвалился, и мой радарчик бы ушел никуда. Так, пещера номер 2. Ну что? Дубль 2, блинский. Блинский, блин. Так. Сейчас иду пешком. И сейчас будет мобов дофига, я прям в этом уверен. Но это не точно. Ну, у меня теперь есть и снайперская винтовка, короче, дробаш и крюкошка, и так что я везде и переберусь. Да, отлично. Вот они... Ой, это не то. Оп, добрый вечер. Пошел в шопа. Так, лутать вас не буду, пошли в задницу. Так, надо перезаряжаться, обязательно не забываться. Так. Так. Добрый вечер! Ну, благо, они здесь мелкого левела заспавнились. Мне прям это везет. Сразу. Дурной! Вот слушай, вот вас я вообще не ожидал. Вот честно, я про вас даже и не вспомнил, что вы здесь вообще есть. А, точно, у тебя ж радиус. Не стоит забывать об этом. Пошел ты! Подожди. Пошел ты! Так, где тут еще должна быть заметка? Ой, в задницу иди, жарко ему, козел, что тебе. О, господи. Мистер, где заметка? Так, погоди, может так? А, да нет, где-то. Ой, ё-моё. Вода и да? Слушай, не понимаю. Какого черта? Я не вижу заметку. Так, ну, вот я ползу и никуда не приползу сейчас. Там было написано высота 8. Вот она, заметка рая. Лично. Ой, ешкин кот. А я вот это пытаюсь что-то найти. А мне восьмерка показалась ноликом и все. Дурдом. Вот мне больше увидели, что здесь нолик. Точнее, 8, а не нолик. Ну, нормас. Нормас, в любом случае, нормас. Так, о, добрый вечер. Добрый вечер, я диспетчер, отлично. Так, перезарядка.
Блин, у меня уже это, перегрев ядреный. Это прям, вот это вот прям неправильно. Так, вот, кстати, вот, вот про что я говорил. Вот так вот пещеры должны выглядеть. Вау! 20-й был? Классно. Здесь про... Я помню, она говорила про... А, здесь какая-то должен был быть. Про Сехмет... И еще кого-то. Ну, вот здесь точно мантикор нарисован. Я, мне просто сначала показалось, что здесь кто-то сидит на этом. Нет, здесь это чисто мантикор сидит. Кстати, а почему здесь мантикор сидит? Нарисовано в смысле. Ведь это... Не должны были они видеть мантикору. Она увидела мантикору уже после того, как все было разрушено. Ой, да в задницу, короче, эти заметки пошли в жопу нафиг. А, потом пойду отдельно их искать. Сейчас буду полдня здесь шариться. В попытках что-то увидеть. О, пошли в задницу, мне туда не нужно. Добрый вечер! Тает или кипячение? Кипячение или смерть? Я так недавно увидел, верил этот прикол. Блин! Тает или кипячение? Кипячение или смерть? Не, отлично. Сзади никого, сзади никого. Пошли все в жопу. Ту-ту-ту-ту-ту. Пошли все в жопу. Страшно ходить пешком. Но я иду. Пош. Блин. Ху. У-у-у-у-у-у-у-у. Сейчас, погоди. Делаем так. Почти! Почти! Ну давай ниже! Ай, блин, я хотел! Голову! Голову хотел! Голову хотел! Я в голову попал! На! На! И еще что! Ай, блин, пониже, блинский! О, дурной! Кинь! Молодец, красава! Убил? Не убил? А еще? Пошел ты, сам убью. Тут ортоплевром что-то урон от оружия дофига сильный. Слышь, а если я в тебя сейчас камень кину, тебе понравится, да? Ой, дурак, я ж это сам в кресле дернулся в бок. Я такой уклонился. Ой, ёшкин кот. О, добрый вечер. Пошел в задницу, нафиг, 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 нафиг. О, один урон? Да мне жара больше урона наносит, чем они. Никакого левел 20-й, то нормально они дамажат. Ну что, так сильно броня, что ли? Ну да, 3500 команд. Че, я забыл, что ли? Так, ладно, добывай здесь. О, ожило. Иди взад. Вы это мне броню-то сразу же расплавите, козлы, ненавижу вас. Сколько они там, 4 удара наносят, что ли, и все, брони, кирдак. Да-да-да, опять ты. О! Даро! Пошел. Посмотреть, что выжившие будут делать с элементом, если получат к нему доступ. А может, может, все наоборот? Экс! Вот здесь-то помер мой богомольчик. Красава. Понят? Почти. А так? Да что ты, серьезно, что ли? Только сюда. Ой, ты ёшки-матрёшки. Ой, мой богомольчик. А может, не он. Так, ладно. Мы в любом случае спускаемся. Слушай, мне кажется, я здесь пешком реально ходил. А, не-не-не, я здесь ходил тогда на этом... Попался, близубе. Так-с, теперь цепляемся. Так, погоди-ка. Никого нету? А! Пиздюк! Вступайся давай! О, как подскочил дурной.
А если бы попал? Ты дурак. Ты дурак. Пока, дурашка. Ты придурок. Ты вылез. Пошел в задницу. Этот осел. Ах ты ж, ублюдок, меня кровь забрызгала. Козел. Вот это. Слышь, вот это был жесткий камбэк. А они-то не падают. Не, ну спасибо, ты хотя бы это перекидываешь с места на место. Я хоть это в яму не упал. Ой, я от страха в него еще этим запульнул. Гарпуном, я думал, все, кранты мне. Ох, мать твою, за ногу. Ох, ты ж... Если так же обосрался, это... Пиши в комментариях. Я обосрался. Ох ты, нифига себе. Не, ну я видел его, думаю, больной, сейчас он упадет. В ямку, думаю, о, клево. Мать, ты богомол помер. Козел живучий. О, чувствую, я гарпунов-то маловато сделал, уже 13 осталось. Такс. Я слышу вас. Ты чё творишь? Дура, дура. В жопу ваши скримеры. Да какие фильмы ужаса? Да вы в Арк поиграйте, по пещеру походите, где из стены просто бабы вылазят. О, мать вашу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, в жопу. Если не ошибаюсь, вот это вот, вот эти вот все строения, вот это вот все, это этот. Ности. То есть, город... Рай. Если я не ошибаюсь, по идее это развалино, вот это все, это по идее должно быть здесь. А, вот там-то, кто это, крякал. Краса. Хороший дробаш всегда спасает ситуацию. Так, заметки здесь есть? Ну, мало ли вдруг. Сюда уже далеко не углубляться, да, ниже. Потому что помню, что что-то здесь должно быть. Мало ли вдруг ошибаюсь, это было сколько ядрено лет назад. А, вон туда, господи, точно. Я-то думал, это вон то здание. Я попутал. А, во-во-во, точно, вот там артефакт. Светится, 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 артефакт светится. О! Конечно... Сейчас тебя кончу. А ну нафиг, нифига себе вводит как. Так, погоди. Ну-ка. Лечь. Почти угадал. Лечь. Вот так ее не дергает. Ну, возвращаем обратно скорость мушки тогда. О! А вы агритесь! Даже когда вашего сородича. А ну, шопа. Надо перезаряжаться, пока не дошли еще. Сейчас прыгать начнут. В смысле? Это погнал скла, что ли, было? Так-так-так-так. Отлично. Значит, что? Правильно, берем дроваш и идем смотреть заметку. Да, здрасте. Короче, ладно, сначала давай всех зачистим. О, ты дурак! Ой, ты дурак! Ой, ты пошел ты! Заспавнился он тут! Заспавнился! В жопу себе заспавнись, гнида! Блин, да что такое? Я не помню, чтобы они здесь были, вот реально. Я богомолов помню, всяких вот этих вот насекомых помню. Големов мелких вот этих не помню. Рубли голем. Рубли голем. Чё за рубли голем? Какого фига? О, ты нафиг. Я реально их не помню, чтоб они были. Причём-то на русском языке все у меня. Может, они недавно появились? И, соответственно, их поэтому не локализовали, что они только здесь и появились. О, ужасно страшно. Чёрт побери.
Вот на заметочка. Говорю, вот на заметочка. Открываешься ты по полдня. На тебе! Ортоплевр тут. Да ты дурной! Ты дурной! А если я в тебя камнем кину? А? Так тебе еще понравится, ты ж каменный сам. Еще подумаешь, что с тобой за игру. Вот твою мать, забыл, что ты здоровый, но выглядишь как маленький. А! О, Little Big. Простите. Да. Ну, вы поняли, да? Про что я? Ну, тает на вас. Пойду часами это артефакт возьму. О, а то вот этот меч, кстати, прикольный. Вот этот скин меча прикольный. Выжженный меч. О, кстати, он лучше, чем аберрантный. Мне он больше нравится. Он такой прикольный. Блин, жаль, меча нету. Все мечи, блин, были в богомоле. Богомольчик. Блин, хорошо, хоть имя не дал. Я бы сильнее приблизался бы в этом плане. Да пошел ты, дурной. Слушай, или были все-таки, а? В жоп себе камень кинь. А не, я думал, он уже кидает. А, в жоп себе, говорю, как. Причем, смотрите, маленький кидает, большой бы это появляется. Не, слушай, прикольно, прикольно. Блин, вот сейчас он появился на скале, у меня такой флешбэк, как будто бы это тоже было. Когда я играл. На скерче. Слушай, может, реально было? Да, правильно. Помню, что если сюда пойти, то здесь будет что-то интересное. Ну, я надеялся, что будет что-то интересное, но... Нет. Слышь! Ты что, серьезно? Опа! В смысле? Вы там что, по-новому заспомнились? Ну так-то борзеть тоже. Так, это не я косой, это там просто что-то это... Что я пробить не могу, понятно? Ну, там же видно было. Я пробить это не могу. Да, вот здесь, если не ошибаюсь, можно спуститься вниз. Да, вот там, то есть я по факту обхожу и... А, да ну нафиг, назад! Назад! Ничего, потом через это все обратно проходить. Ну, вас в задницу. Пошли все в жопу. Можно. А ничего, реально... Фу, блин, на тебя. Слушай, ну не было же тебя, я же там проходил. Или просто я прошел, и ты была за камнем, поэтому это... Ну хоть тут, блин, по-человечески все. Лично. Блин, сраные пещеры. Почему там то нельзя было ставить? Придется же проходить все. Так. Разрушителя. Артефакты. Разрушителя. Это название. Такс. Ну что это? О, 23 минуты. Ёпста. Ну, кстати, пещерка-то хорошая, большая получилась. Не спорю. Ну ладно. Следующая пещера. Пойдем. Потом. Ну, в смысле это. Пойдем потом. Потом пойдем. Пойдем потом. Потом пойдем. Потом пойдем. Потом потом. Где? А, во. Блин, мне аж жарко, у меня уже тепловой удар начинает появляться. Не пускает. Блин, вот это просто ужас какой-то. Вот этот тепловой удар, это просто срань какая-то. Так. Какого фига у меня сейчас определение жары такое? Ты столько не даешь. Где я сейчас нахожусь так, что мне так хорошо? Или ты меня так бабахнул, что это? Так, ну-ка, сдвинемся. Почему у меня такое сопротивление жаре? Какого фига? У меня при этом тепловой удар. 7%, ладно. То есть мне настолько голову напекло, что это... У меня уже сопротивление... Во! Отлично. Вот здесь все правильно. Не знаю, почему там так. Ну что? Ну, они меньше, зато... Козлина подыхать не будет от жары. Форчать постоянно. А-а-а! Ненавижу их. Ладно, такие вот дела. Жаль, богомольчик потеряли. Вот так вот.
Ну-ка. Погоди. В смысле? Так. Ну и косил. Просто он это... Типа ты так включаешь, потом хоп-хоп, и он это... Типа так боком встает, такой... Ай, забить. Все, короче. В следующий раз пойдем уже в другую пещеру и на Мантикор. На Мантикор, я думаю, там все три в ряд подряд пойдут. Так что Мантикора там... если в Фугулем справится. Ну, там посмотрим. То есть еще пещера, Мантикоры и вау! Набираться. Ой, набираться, я думаю, там будет долго, там жестко, там летунов нету, добираться все тяжело. Ой, там надо будет Мегаланию томить. Да. Дрейк, Мегаланию. Ну, они по стенам лазят, они кайфовые. Я Мегаланию томил, когда я играл на операции. Опять-таки же немного. Вот, кстати, на операции я играл меньше, чем здесь. Здесь я хотя бы на Мантикору, я помню, что-то даже на арене сражался. А на операции даже ни разу Роквелла не видел в глаза. В прямом смысле слова. Я там даже вроде ни артефакт, ничего не лутал. Ладно, это уже будет потом. А сегодня все. Игорь, все, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, мне, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.